Oh,
Da da da.
Кришна имеет 64 трансцендентальных качества. Шримати Радхарани имеет 25 трансцендентальных качеств, но ими она может подчинять своей воле даже Кришне. Эти ее трансцендентальные качества таковы. Первое. Она воплощенная сладость. Второе. Она цветущая молодая девушка. Третье. Ее глаза всегда подвижны. Четвертое. Ее лицо всегда сияет улыбкой. Пятое. Ее тело отмечено всеми благоприятными знаками. Шесть. Она может волновать Кришну своеобразием своей личности. Семь. Она искусна в пении. Восемь. Ее речь очень приятна и сладостна. Девять. Она очень искусно может подчеркивать женскую привлекательность. Десять. Она скромна и добра. Одиннадцать. Она всегда очень милостива.
13. Она обладает трансцендентальным лукавством. 13. Она умеет красиво наряжаться. 14. Она всегда застенчива. 15. Она всегда почтительна. 16. Она всегда терпелива. 17. Она очень серьезна. 18. Она наслаждается Кришной. 19. Качество. Она всегда находится на высочайшем уровне преданности. 20. Она обитель любви жителей Гокулы. 21. Она может дать прибежище любым преданным. 22. Она с любовью относится как к высшим, так и низшим. 23. Она всегда благодарна своим спутницам за то, что те для нее делают. 24. Она величайшая среди подруг Кришны. И 25. Она всегда держит Кришну под своей властью. Таким образом, оба, и Кришна, и Радхарани, обладают трансцендентальными качествами и привлекают друг друга. И все же по своей трансцендентальной привлекательности Радхарани превосходит Кришну, потому что привлекательность Радхарани – это трансцендентальный вкус супружеской любви. Подобно этому существуют также трансцендентальные вкусы служения, дружбы и других взаимоотношений с Кришной. Их можно описать, ссылаясь на содержание Бхакти Расамрита Симы. Как мы знаем, Шримати Радхарани является личностью внутренней энергии Кришны, и она является самым высшим преданным. Она среди преданных, она возглавляет преданных, и поэтому считается, что она является изначальным духовным учителем. Если мы хотим удовлетворять Кришну, нам надо стараться удовлетворять Шримати Радхарани. Наш духовный учитель тоже представляет и Радхарани, и Кришну. И если в конце концов мы хотим служить Кришне, нам надо служить духовному учителю, который представляет Радхарани. Когда мы предлагаем наше служение Кришне или предлагаем пищу Кришне, мы делаем это через парампару. И это значит через Шримати Радхарани. И когда мы получаем милость Кришны, мы получаем эту милость через, тоже через парампару, через Шримати Радхарани и через духовного учителя. Кришна в Адипуране говорит, что тот, который считает себя моим преданным, на самом деле не является моим преданным. Но тот, который считает себя преданным моих преданных, он на самом деле является моим истинным преданным. Мы не можем прямо общаться с Кришной или прямо служить Кришне. Всегда надо делать это через его преданных, через парампару и особенно через Шримати Радхарани.
И Радхарани очень милостливый пред ним, она постоянно хочет помочь им приблизиться к Кришне. Я был в храме в Лондоне в день явления Шримати Радхарани в 73-м году, и сам Шрила Прабхупад присутствовал на фестивал в этот день, и он читал лекцию по Шримати Радхарани. И в этой лекции Прабхупад сказал, что Радхарани, она старается представлять пред них, перед Кришной. Она хочет рекомендовать пред них Кришне, и она часто говорит Кришне, что этот преданный, он очень хороший преданный, на самом деле он является лучше преданным, чем меня, чем я сама. Так она очень скромная, и она просто хочет устраивать хорошие отношения между Кришной и его преданными. И она делает все возможное, чтобы помогать Кришне и преданным развивать отношения между собой. Поэтому мы очень зависим от Шримати Радхарани, и нам надо уважать ее и слушать ее трансцендентных качествах и молиться ей, чтобы она наливала на нас, проливала милость на нас. И поэтому в Вриндаване часто слышно имя Радхарани, люди часто говорят друг другу «Джай Радхе». Радхарани является царицей Вриндавани, и она, как сказано здесь, в трансцендентной привязанности Шриди Радхи и Кришной, Радой и Кришной, Радхарани считается великой, чем даже Кришна. Она постоянно привлекает внимание Кришны. Это значит, что преданность, бхакти, привлекает Кришну больше всего. Он, если он видит, что преданные очень искренне служат ему, что они воспевают его святые имена, прославляют его, это очень привлекает его. И так он говорится, что хотя он аджита, это невозможно победить его,
темномени он становится джита или побежденный преданностью своих преданных и особенно преданностью Шримати Радхарани. Сейчас хотим слушать дальше о Радхарани. Отсюда. Как Кришна является затем. Затем Рамананда Рая стал описывать, это глава высшее совершенство. Как Кришна является высшим символом духовного совершенства, так Радхарани является высшим символом духовной потенции наслаждения, которая приносит удовлетворение Кришне. Поскольку Кришна беспределен, чтобы удовлетворить его, Радхарани также беспределен. Кришна получает удовлетворение, просто глядя на Радхарани, но Радхарани распространяет себя таким образом, что Кришна желает наслаждаться ею еще больше. Поскольку Кришна не сумел изведать пределы потенции наслаждения Радхарани, он решил принять на себя роль Радхарани, и таким соединением Радхарани и Кришны является Шри Чайтанья Махапрабху. Затем Рамананда Рай стал описывать Радхарани как высший символ потенции наслаждения Кришны. Радхарани распространяет себя в различные формы, такие как Лалита, Вишакха и другие ее близкие спутницы. В своей книге Уджавала Ниламани Рупа Госвами описывает качество Шримати Радхарани. Он отмечает, что тело Радхарани само в себе есть подлинная эволюция трансцендентального наслаждения. Оно, украшенное цветами и источающее благоухание, исполнено трансцендентальной любви к Кришне. Это есть олицетворение его потенции наслаждения. Это трансцендентальное тело омывается трижды. В первый раз в водах милосердия, второй раз в водах юной красоты и третий раз в водах великолепия юности. После такого троекратного омовения ее тело покрывается сияющими одеждами и украшается личной красотой Кришны, которую можно сравнить с косметикой. Поэтому ее красота представляет собой высшее произведение искусства. Ее тело украшают также такие проявления духовного экстаза, как трепет, слезы, испарина, оцепенение, прекращение всякой деятельности от трансцендентального блаженства, она по причине. Заикание, высшее и высокое кровяное давление и безумие. Дальше. Украшающая потенция наслаждения проявляет 9 признаков. 5 из них проявляются распространением красоты ее трансцендентального тела, украшенного гирляндами цветов. Ее невозмутимое спокойствие сравнивается с покровом одежд, омытых камфорой. Ее тайные муки по Кришне – это узел в ее волосах, а знак тилака на ее лбу – это ее удача. Слух Радхарани вечно устремлен к имени и славе Кришны. Подобно тому, как от жевания листьев бетеля краснеют губы, окаймленные глаза Радхарани почернели от ее беспредельной привязанности к Кришне. Эту темноту можно сравнить с бальзамом, нанесенным самой природой, когда природа шутит с Радхой и Кришной. Улыбка Радхарани подобна вкусу камфоры. Гирлянда разлуки скользит по ее телу, когда она опускается на ложе гордости в комнате аромата. Из-за экстатической любви и привязанности к Кришне ее грудь прикрыта блузкой гнева. Считая самой лучшей среди подруг Кришны, она играет на струнном инструменте. Когда Кришна стоит в своей юношеской позе, она кладет свою руку ему на плечо. Хотя Радхарани обладает столь многими трансцендентальными качествами, она все время занята служением Кришне.
Шримати Радхарани украшают эмоции судипта сатвика, которые проявляются судипта сатвиком, которые проявляются иногда как страдания, а иногда как умиротворение. В теле Шримати Радхарани проявляются все виды трансцендентального экстаза. Эмоции судипта сатвика проявляются тогда, когда любящий захлестнут чувствами, которые он или она не в силах себе сдерживать. Радхарани обладает и другими эмоциями, называемыми килакинчитам, которые проявляются 20 различными способами. Отчасти эти эмоции проявляются благодаря телу, уму и наклонностям. Телесные эмоции проявляются в позах и движениях. Эмоции ума проявляются в виде красоты, блеска, цвета лица, запаха, речи, щедрости и терпения. Эмоции наклонностей проявляются в виде развлечений, наслаждения, готовности и забывчивости. На лбу Шримати Радхарани находится тилака удачи. Еще у нее есть медальон према ваичитья. Према ваичитья проявляется, когда возлюбленные встречаются друг с другом, страшась разлучиться вновь. Шримати Радхарани на 15 дней младше Кришны. Она постоянно держит свою руку на плечах своих подруг, все время говорит и думает об играх с Кришной. Она все время предлагает Кришне пленящую сладость своих речей, и она всегда готова исполнять его желания. Иначе говоря, она удовлетворяет всем требованиям Шри Кришны и наделена не имеющим себе равными качествами, не имеющими себе равных качествами, приносящими удовлетворение Кришне. В Говинда Лиламрите есть стих, в котором говорится: «Кто есть та почва, на которой вырастает любовь к Кришне?» Ответ может быть только один – это только Шримати Радхика. Кого больше всех любит Кришна? Ответ – только Шримати Радхику, никого иного. Блеск волос, влажность глаз, упругость грудей – все это качества Шримати Радхики. Одна лишь Шримати Радхика способна исполнять любые желания Кришны. Никто другой не способен сделать этого. Сатьябхама – еще одна соперница Шримати Радхарани, но она все время хочет приблизиться к эталону Шримати Радхарани. Радхарани столь искусна во всех делах, что все девушки Браджа приходят поучиться у нее ее искусности. Она так невероятно прекрасна, что даже богиня Процветания и Парвати, и супруга Господа Шивы хотят приблизиться к эталону ее красоты. Арандхути, известная как самая целомудренная женщина Вселенной, желает поучиться целомудрию у Шримати Радхарани. Поскольку даже сам Господь Кришна не в состоянии оценить и постичь все трансцендентальные качества Радхарани, это тем более не под силу сделать никому из обычных людей. Услышав от Рамананды Рая о качествах Радха Кришны, Господь Чайтанья пожелал услышать об их взаимной любви. Рамананда Рая писал Кришну словом «Дхира Лалита», которое называют того, кто прелестен и юн, кто горазд на шутки и проделки, кто ни о чем не беспокоится и кто всегда покорен своим подружкам. Кришна всегда занят любовными играми с Радхарани и пользуется зарослями Вриндавана для того, чтобы наслаждаться с ней любовными делами. Так он успешно удовлетворяет свои сексуальные влечения. Бхакти Расамрита Сингху говорится: «Своими дерзкими и бесстыдными разговорами о сексуальных утехах Кришна вынудил Шримати Радхарани зажмурить глаза и, воспользовавшись этим, нарисовал на ее грудях множество различных рисунков. Его художества стали предметом шуток для подруг Радхарани». Таким образом, Кришна все время занимается любовными утехами, и так он сделал успешной свою юность. Услышав об этих трансцендентальных деяниях, Господь Чайтанья сказал: «Мой дорогой Рамананда, все, что ты рассказал о трансцендентальных развлечениях Шри Радхи и Кришны, абсолютно верно. Но все-таки остается еще что-то, что мне
хотелось бы от тебя услышать. Мне очень трудно выразить что-либо выше этого, сказал Рамананда Рай. Я могу лишь сказать, что существует еще и эмоциональная деятельность, которая называемая према виласа виварта, которую я хочу попытаться тебе объяснить, но только не знаю, понравится ли тебе то, что я скажу. Есть два вида эмоциональной деятельности в према виласе – разлука и встреча. Трансцендентальная разлука переживается столь сильно, что она на самом деле даже более экстатична, чем встреча. Рамананда Рай умел очень глубоко проникать в суть этих возвышенных любовных отношений Радхи и Кришны. И он сочинил прекрасную песню и рассказал ее Господу. Смысл ее в том, что перед встречей у возлюбленных возникает определенного вида эмоции, которые вызываются к жизни трансцендентальными поступками с той и с другой стороны. Эти эмоции называются рага или влечение. Шримати Радхарани открыла Кришне свою готовность. Наше влечение друг к другу и наша любовь достигли высшей точки. Однако причина этого влечения – сама Радхарани. Каковы ни были причины, сказала Радхарани, но эта наша любовь соединила нас воедино. Теперь, когда пришла пора разлучиться, я даже не могу припомнить, с чего начиналась и как развивалась эта любовь. Для нее не было ни причины, ни посредника, за исключением самой нашей встречи и нашего первого обмена взглядами, полными любви. Этот обмен чувствами между Кришной и Радхарани очень трудно понять, не поднявшись до уровня чистой благости. Эту трансцендентальную взаимность невозможно понять даже с уровня материальной благости. Чтобы понять это, нужно превзойти материальную благость, ибо взаимные чувства Радхи и Кришны не имеют ничего общего с этим материальным миром. Даже величайший спекулятивный мыслитель не способен понять этого ни прямо, ни косвенно. Материальная деятельность проявляется либо грубым материальным телом, либо тонким телом, умом. Но чувства, испытываемые друг к другу Радой и Кришной, выше всех этих проявлений и интеллектуальных спекуляций. Они могут быть поняты лишь очищенными чувствами, свободными от всех внешних обозначений этого материального мира. Те, чьи чувства чисты, способны понять эти трансцендентальные качества и взаимность. Но те, кто является имперсоналистами и не имеют никакого представления о духовных чувствах, могут видеть лишь то, что различают материальные чувства, и поэтому они не способны понять, что такое духовная взаимность или духовная чувственная деятельность. Те, кто возвысился посредством экспериментального познания, способны только на то, чтобы удовлетворять свои притупленные, грубые материальные чувства либо деятельностью грубого тела, либо спекулятивными рассуждениями. Все, произведенное телом и умом, всегда несовершенно и тленно, тогда как трансцендентальная духовная деятельность всегда светла и чудесна. Чистая трансцендентальная любовь – это эталон чистоты, свободная от материальных привязанностей и всецело духовной. Привязанность к материи приходящая, о чем свидетельствует опьянение сексуальной страстью в материальном мире. В духовном мире нет такого опьянения. Препятствия на пути к чувственному наслаждению являются причиной материальных страданий. Но эти страдания невозможно сравнить с духовной разлукой. Материальная разлука бесплодна и затмевает ум человека. Но ни того, ни другого нет в духовной разлуке. Господь Чайтанья согласился с тем, что это наивысшая стадия трансцендентальных любовных взаимоотношений, и сказал Рамананде Раю: «Только по твоей милости я смог понять столь возвышенное трансцендентальное состояние. Этого состояния невозможно достичь без совершения трансцендентальной деятельности. Поэтому я прошу тебя, будь так добр, объясни мне, каким образом я смогу подняться до этого уровня». «Самому мне столь же трудно объяснить тебе это», — ответил Рамананда. «Но я хочу сказать тебе то, что ты хочешь от меня услышать. Невозможно поступить вопреки твоей высшей воле. Поистине во всем мире не найдется никого, кто мог бы нарушить твою высшую волю. Поэтому
Хотя кажется, что это говорю я, в действительности это говорю не я. Говоришь ты, следовательно, ты и говорящий, и слушающий одновременно. Так позволь же мне говорить лишь то, что ты велишь мне говорить о действиях, необходимых для достижения этого высочайшего трансцендентального положения. Как мы знаем, Господь Чайтанья является воплощением и Радхи, и Кришны. Кришна однажды хотел понять любовь Радхи к нему и хотел испытывать блаженство, которое Радхарани испытывает через любовь к Кришне. И поэтому он решил принять форму Господа Чайтаньи и в этой форме он принимает умонастроение Радхарани и тоже свет Радхарани. Радхарани, ее тело золотое, и ее зовут Горанги, это значит ее тело золотое. И Господа Чайтанья зовут Горанга, его тело тоже золотое. И он постоянно чувствовал умонастроение разлуки от Кришны, как Радхарани это чувствует. И он особенно выразил это через воспевание святых имен и чувствовал эти эмоции во время киртана. Поэтому это говорится, что можно испытывать экстатическую любовь к Кришне через Харинам Санкиртан или Прем Санкиртан. Поэтому для развития духовной жизни и для развития панамания взаимоотношения между Радхой и Кришной обязательно надо участвовать как можно чаще в Харинам Санкиртане и воспевать как можно внимательнее святые имена, потому что, как мы знаем, Господь Кришна сказал, что Господь Чайтанья сказал, нам намакари бахода низа сарвасактис. Он сказал, что Господь Кришна вложил все свои трансцендентные энергии в святые имена. Он присутствует в святых именах. Но не только Кришна присутствует, Радхарани и присутствует в святых именах. Когда мы произносим слово «Харе», это слово относится к Радхе. Хара – это внутренняя энергия Кришны или Радха. Поэтому, когда мы воспеваем Хари Кришна, это на самом деле значит Радха Кришна.
Поэтому и Кришна, он не любит быть одним, он постоянно хочет быть со своими преданными, и особенно с Радхой. Поэтому, когда мы обращаемся к Господу, мы говорим Радха Кришна или Ситарам, Лакшми Нараян, точно так же, как Рама или Нараян является воплощением и Кришны, таким же образом Сита, Лакшми и другие являются экспансиями Радхи. Поэтому невозможно как разделить, separate, Радху и Кришну. Надо всегда думать о них вместе, и особенно во форме Шри Чайтани Махапрабху. Это особенно важно для нас в Кали-юге. Мы не можем прямо обращаться к Радхе и Кришне. Нам надо сначала обращаться к Чайтани Махапрабху. И даже Махапрабху один нельзя обратиться к нему одному. Надо обращаться к Нитянанде и к Чайтани Махапрабху, Шиши Гора Нитай. То до того, как поклоняться Радхе и Кришне, обязательно сначала надо поклоняться Гору Нитаю или Панчататве. И так мы через их милость мы можем получать милость Радхи и Кришны. Я тоже помню, что когда Прабхупад прочитал лекцию в храме в Лондоне, он сказал, что надо регулярно предлагать святи Радхи, чтобы удовлетворять ее. И она будет предлагать эти святи Кришне. Поэтому или предлагать святи, или молиться Радхе, но в любом случае надо обращаться к ней, и так можно обращаться к Кришне. У нас так много разных личностей в сознании Кришны, которым мы поклоняемся, но особенно важно Радхарани и Радха и Кришна во форме Чайтанья Махапрабху и духовный учитель, который является представителем Радхарани. И особенно важно тоже среди всех аспектов преданного служения воспевание святых имен, особенно в форме Харинама Санкиртана. Я слышал, что сегодня преданные хотят проводить Харинам Санкиртана на улицах этого города. Поэтому я хотел бы попросить вас всех участвовать, если у вас можно, если у вас нет другого служения. Пожалуйста, участвуйте, чтобы это был большой Харинам, как у нас был вчера Братьятра, что сегодня, если будет большой Харинам, это, наверное, будет привлекать много людей
участвовать на вечернем программе в парке. А во сколько начинается Харинам Санкиртан? 15:30. А потом Харинама сразу идет в парк. Ага, хорошо, тогда, пожалуйста, мы закончим скоро. Будет ли киртан? Служба или просто киртан? Киртан? Ну, нет. Перед божеством будет или нет? Да. Тогда закончим сейчас. Киртан будет, потом пир, и после этого Харинам Санкиртан, и потом проповедническая программа в парке. И так мы можем прославлять Радху и Кришну. Спасибо вам большое. Шри Радхастами Махотсава ки Джай! Шри Мати Радхарани ки Джай! Шри Прабхупада ки Джай! Самаведа Бхактавинда ки Джай! Гора Према Нанди! Хари 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 Хо! Шри Прабхупада Сая Махарадж ки Джай! Yeah.
Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama.